же нет. Ретрик. Ого. Ну, Ретрик 250, окей. Ну, так хватает. Да, нужны блэки. Блэки нам нужны сейчас все, блять. Вот все, нахуй. Похуй, с какой класс спеть. Прям реально все, нас точно забанят. Ну, в смысле, мут дадут. Потому что сегодня вечером спамят 3 человека. И еще, по-моему, Кирилл 4. Не, я уже не спамлю. Это респаун только кинул. Хай дают. Ты думаешь, а мне похуй? И да, есть похуй. Мут похуй. Но вот есть люди, по которые могут людей просто по приколу написать. Которым делать ну, нехуй, обиженки по жизни. Угу. Думаешь, мут дадут. Чё, чаров нету других? Так, мод же... Не... А, не, не на аккаунт, что ли? На аккаунт, на аккаунт. Мод на аккаунт 10 работает. А, 10 уровень получить, чё долго, что ли? Но мы как? Просто интересно, сколько они мод дают? Два дня. А, два дня, не повесим. Угу. Будет... Только ты это, этому, блядь, магу, которого взял в Discord, ему там направь, чтоб он авторизовать всё. Одного РДД, короче, добрать надо. Одного РДД добрать. Чей, ты снял ловушки? Нет? Нет, еще. Сейчас сниму. Разверну. Иди сниму. Этот, посмотри, Блэк, на ДС можешь принимать гильдии, я уже не помню. На а, да, можно. Да, да, могут. Нет, не можем. В смысле? В прямом. Это, я ж тебя как просил, только что, можешь? Подожди, а как только что Asus спамил и принимал гильдию? Уже только что Вара взял гильду. Я не могу. Может, тут значит, тебе звание забагалось, может. Ты ж Сирус.
А, в смысле, так не, мы про Дискорд или про гильдию говорим? Про гильдию. Про гильдию-то я могу. Мы же про Дискорд только что сказали. А, это да, это я бестолочь, сорян. Извините. Плюсик поставит авторитет. Нихуя нахуй боешь трупа. Насыпало так насыпало. Все, пойду снимать. Пизда нахуй. Не одна он, короче. Она первый раз видел там ловушку. Она, короче, знаешь, где была? Сразу справа за стеной, сразу за углом прям. Первый раз я это видел. Обычно, да, вдалеке я ее не заметил, наверное. Да, теперь пойми мою боль, когда я ее нахуй снять не могу. Приятно? Я знаю, да что тут, приятно. Тут же типа слой какой-то или что, но между этой переходом хуйни. Когда только заходишь, видишь. Как только да, заходишь, не... она активируется. Да. Да, у нее рейнджа там ебанутая. Mm. Поэтому там надо с рефиками такими маленькими. Бля, я сникер съел. Заебись. Завидно? Им похуй, бьет. Ты только что жаловался, что живот болит, но да верни да. Еще, бля, не знаю, там молочка с селедочкой, бля, вкусно, не мне. Да не, у меня хлопья Космостарс есть, вот я думаю, можешь пойти заебашить. Может лучше селедочки? Да, у меня нету. Блять, вот если б не зубы, Адель, ты бы сдох. К сожалению, сдох и я, блять. Захрипел, блять, и хуя. Ебать. А, чуть потише тебе, походу, сделать теперь. Да, сделай, бро. Колечко. Нити все. Мы не идем, да? Да, да, да. Я его вчера поставил. Я его вчера поставил. Окей. Что там, Динар, да? Никто не пишет. Юля, на, я тебе дам фласку, я не ту взял, положи ее. А, и все, давайте сюда, кто не выпил. В ТТГ. Я сейчас выпью. А, ну или тогда. Кстати, зря отдал тогда Бентли. А я на Энхе. А. Дайте масло кто-нибудь физовое помазать разочек. Не надо, пускай два будут. Ну давай я тебя намажу своим. Ты корову дойдет. Ну еще. Халипшик, ты тут? Я тебя лутер отдаю сразу. Пылесосишь бое, короче, висел. Ну осколки, соответственно, все забирают. Чё вы мне трейд кидаете? Говорите, недоступна всё-таки вторая? Для альтов. Блядь, ладно, сейчас подождите, я скажу, когда кидать трейд. Так, блядь. Там на стамину у кашных нет. Забыл, чувак. Ладно, можно взять милишник какой-нибудь.
Да, я вижу. Ну, типа... Давайте трейд. Бля, ебать эти трансмог вот этих вот. Танки, да, Левичка? Еще раз трейд. Подожди, не ты. Дайте по шаманам это кулаки. Давай, Левичка. Дель, тебе ничего не дам, отвали. Схуяли. Ладно. На 100 севера. Рита, сколько у тебя на инфу меткости? Ой, бля, там больная тема с меткостью. У меня сначала было 500 там. Ну сколько примерно собирать на него нужно, чтобы более-менее нормально чувствовать все? Ну, я собрал, чтобы мили было 8, в РДД 14. Или там 17. Ну, короче, у меня где-то 300, 320 или 380. Ну, я 370. Вот у меня 375, 14 и 3. Я там с ним играюсь, потому что, что где-то больше, где-то меньше из-за шмота. Я, главное, собрал так, что молния меня не миссовала, когда я сам бью, и все, остальное похуй. Кроме, мне так было лучше. До Беронного чела зайдет, и пойдем. Дайте лап. Да, бля. Пиздец. Блять, как назло, у меня энх в КД, а тут два энх в рейде. А, тут еще и энх. Да, лисичка, лисяка и аватара. А я вчера КД повешал уже. Я уже два КД не могу на энхе ДПС замерить. Ну, блин, вот этот СПДН я тебе скидывал, ты смотрел, это вообще пиздец. Ну что, МХ это какой-то класс или что-нибудь? Ой, не СПДН, а это РПБН. Нет, он награбелен, но он награбелен РПБН. Он довольно силен будет. Но он говорит... У них есть какие-то различия на СПД и РПВ или что? Да. Ну, СПДНки уже умерли, типа, сейчас. Ну, вот я десятку на максимум. СПД еще жив, но он жив до ЦЛК. Не, ты он... не прав, они все мертвые. В каре 10 плюс дает СПДН на VIP-пятерке. Ну, я в манекен даю десятку. Ну, чтоб ты понимал, когда ЦЛК ХМ, ой, не ЦЛК, ИК ХМ открылся, там уже НКи СПД, знаешь, сколько давали? 13-14 тысяч. Вот это, типа, да, вот это... жестко. Не, я говорю, сейчас на X5 10 плюс дает СПДН. А, ну, да, возможно. Просто он доходит до десятки, понял? Там 9-10 тысяч, и все дальше у него не двигается ДПС. Типа вот такая тема. СПДН. Ну, в смысле, я на X5 играю. Там не скидываю скринов. НХ за гильды в Каражане. 10 плюс дал. Мэнки не люди, короче. Бля, я за энха 13 500 на манекене дал, просто в каком-то из говна я палок слепленном. Типа, блядь, ну на нем, ну ладно, чарка с ТТГ есть, типа это уже пиздец какой плюс. Все, шкаф ставьте, хорош пиздец, поехали. По фастику. Блядь, на Элеме, чтоб там выжить ТПС, ну пиздец какой, ну, шмот. Ну там и не скажешь, что он фулл СПД, потому что там Т8 на Элеме, Т9 на Элеме, Т9 на энха, типа 2-2 взято. За счет этого он типа по и весь нансет на Лема. Ну да. Так и есть. Ну здесь вот хороший СПДН был, это Ирла, по-моему, у него ник он прям вообще хорошо давал. Ну, по-моему, на X1 играл, на X2. В смысле, когда-то мог дать? Ну, типа, у меня есть СПДН, я могу спекнуться и показать, что он нихуя не думает. Не, сейчас СПДН под мертвый здесь. Ну, да. По крайней мере, у нас сейчас на 4-м.
Из-за водоворота этого, который нихуя не это не прокает, нормально. Ну, десяточку я дам. Давайте, блядь, сверчи на ФК, рыбку ставлю, давайте, фуба в парень и поехали. Да я себе так, вчера тринг не забыл, Блудганг. 20к бы дал спокойно. А у тебя нету этот планш демона? Ну окей. Демон спека нет. Замечательно, спек, если бы уже демон. Такой ход, такое мы не курим. Так, левичка и дельку танч. Чем мне крашено? Давай пересходи быстрее. Ты хуйня всегда, когда настройки сбавляешь. Конечно, самогон еще тот, блять, волка в соке так еще и, блять, в Т4 вставим. Не в АДК случайно, то есть пекнулся. Не, он во фарсте, блядь. Ладно, похуй. Пускай идет, порадуется. Не, в АДК спекнулся. Кого? Не, нахуй, давай с более мертвых, мы в два танка. Да нормально, уже танчили. Нахуй сица отложит, блять, перебра. Дайте кулак шаманам, МП5 то там даст. Ну, давай, давайте быстрее, Павка, поехали. Я что-то попжатский МП5 дал, но вы пиздец, конечно, блядь. Я прям ставлю, а ты там сбоку. Хан, не стой за рейдом. Хант. Да похуй, пускай стрит. Урод твой ебать, если он стоит. Так, одна просьба, блядь, далеко не расходитесь, блядь, чтоб эта хуйня не чаржилась, фигня. Чтоб не бегать за этой голубой. Но много. Служба нам надо уходить, не встретить. Блять, поблать, сейчас сказал, что, блядь, далеко не отходили. Вот прям сейчас ставим, по службе уходим. Левее троп станет. Шип с фантастом, Митя. Блять, за непривычно замелить на 12-15. Давно не играл. А нахуя рогать пошел с ним на локе? Нету когда. Ну что-то, блять. Ну, шлифнуть пока не поздно. Все просто. Да мне похуй, ну, добьем ребра поэтому.
ДК нормально. Колледж будут тогда себе вести. Я на ЛПП. Неплохой лучше, кстати, около боя с бабчики. Вообще заебись. 326 попаданий, 1% всего промаха. Инкенти ДПС, мы видим нижнюю планку. Мне кажется, это ДК. Там мне отключено просто. Там я угонал? Шаман. Шаман. Нихуя себе. Ну они почти наравне 8 кадали. Это Энг, который... Оттава. А какой здесь тип? Это Элен. По-моему. Нет, там написано Энг. Не, Элен. А, ну мне удивительно, что он тогда нихуя не дал. Это помощники, короче, смотрите. Трепись. Это напасть, ты сейчас суманете, они там шкафты идут. ДЦ слабый. Ну да. А кто больше? Куда там сдох, ДЦ виноват. Ну реально, блядь, даже пенанса не дал. Зубов не пенанса. Давай я всех заберу, ты остальных. Помощников выцепишь. Мне кажется, или на шаманах нет кулака. Че, типа, пусть кулака, что ли, я сейчас бил? Дайте кулак. Да. Это тоже Энка, что ли? Да, ну как-то еще. У меня уже фуловый почти. Только пушки остались. По мелочи. Бентли, может, не надо позорить? Да я, наверное, сейчас на сурке дам этого. Мы там вообще сидим молчим. С пугами все-таки идем. Да, бля, я, мне кажется, на Элеме больше опозорился. 256-я там дает, блядь, вообще хуйню. 18-ка, а там 19 на сурке. Нам не смыть этот позор потом. Да. Реально, блядь. Не надо, говорю, позор. Сейчас мейн персонажа сменю, блядь, будешь потом искать хила. Я не поискать не буду. На Элема сменили, чтобы вообще добить нахуй всех. Да нет, если на Элема сменю, там хотя бы хоть какая-то польза будет. А если буду Энх, он скажет, нахуй ты мне вреди нужен. А какая польза? Я видел сегодня этого Энха в ТТГ, жалкое зрелище. Нас окружающих там умирал. Да, это первый раз был. И, кстати, как ни странно, Энх реально это первый раз уже зашел в 25-ки. Не для меня этот ТТГ на Энхе. ЗСОК, ЦЛК еще, ладно. Кстати, читали, что Иллюжин писал про X4? Нет. Недели полторы-две назад на форуме была тема, ну, возможно, она и сейчас где-то есть, называлась просто X4. X капсом и 4. Больше никаких слов не было. Думаю, дай-ка зайду почитаю, потому что ответ админа. Смотрю, Иллюжин огромный текст накатал. Челики, короче, создали тему, сидят, обсуждают, ну, типа, вот, сейчас АФА, он, наверное, не будет. Сейчас я быстренько доскажу и пульнем. Вот, и Иллюжин написал, что зря вы, мол, так о X4 говорите, а что X4 загнется. У нас, мол, сейчас все силы брошены как раз именно на этот реал. Потому что типа X2, X5, все хорошо. И Адель сегодня сказала, что и стримеров сюда сумонят. И, в общем, что-то тут будет. А что, не знаю. Он не сказал. Бля, но все равно, типа, это бой, ну, это пиар в любом случае от него. А во-вторых, ну, типа, если не Мизида не наебал, если те же экзальки уйдут, это хуёво. Не то, что, типа, ну, в плане какой-то гонки, прогресса или чего-то. Там какая-то ДТП, просто что нельзя рассказать. Ну, вроде уже так уже плохо. Же ушли, они на прошлом году только ребра убили. Да, кроме ребра никого не убили. Тем более, нахуй. Я уже с ними на X5 бегаю, нахуй Норика убиваю. Они там вовсю себя андроны. X5 тоже, ну типа, временная хуйня, потом соединят и все. Конечно, там прогресс быстро идет, поэтому. Кстати, нет, не соединят, потому что X5 их всегда отличаются, как ни странно. Да потом все будет то же самое, не переживай. И два, они репетить будут.
Там и камни отличаются, все отличается. Там еще ты по-другому получаешь. Переделают. Ты ж видишь, как там быстро прогресс идет. Все, давайте, совершенно полубав. Левичка, ты слева. Блять, тут с двух сторон. Да, стоп. Левичка, ты слева, Адель, ты справа. Подражусь, снизу все. Все, давай, отчет, поехали. Нет, мне бы прям надо. Раз не хватает, 2%. Три точнее. А вы чё, худ этого, Джайну траете, да? Извини, что во время трая. Да, такое. Вы Лича убили, вам просто не записала, да? Ну да. Ох, я спиздюлей раздал. Трэш кто-нибудь бьет вообще, нет? Да свечнитесь, трэш, убейте, блядь, пизо, ёбаный в рот. Наверное, меньше, чем вы на ловушках просто улетаете. Поэтому не стреляйте. Верно. Реально, блядь. Мы на том, когда еще убили? Не, я знаю. В смысле, говорили. Вы продлевали? Не, мы заново. Заново пошли. Вопрос года. Ты Джайна убьет. Есть кому выха? Эльмара, законтрольте. Ты заебался ждать этого выха? Не понял вопроса, потому что ты как-то... Ха, есть кому сыр? Я все равно не понимаю, сори. Да он... Есть кому собрать уже? А, да. Осколки уже есть кому, он фулл собрал. Не фулл собрал, но там же по идее... Тебе эти карты? Можно отдать. Не, нельзя сейчас отдать. Геру дайте, переводите карту. Не, сейчас, а давно уже нельзя. Угу. Когда мы на X2 играли, нельзя было. Ну так это там. Может, здесь можно? Нельзя будет передать. Я думаю, что можно. Ну, будет так же, как на X2 вначале. Ногами его пинайте. Че вы там давай пошустрее убивайте, нам выха надо вон кресту. Еще 20 сколков. Как раз они убьют. Там 2 выха надо. Кстати, вам тоже хватает людей, которые первый раз видят тебя, эту Джайну в лицо. Долго они ее будут брать в любом случае. Бен, это где Power Room-то, блядь? Алло. Да у меня лагает, пиздец. Блядь, я, наверное, только на цирке смогу отдать что-то. Ясно, почти от вас. Не, я на ребре нормально дал. Это там еще больше лагало. Ты бы дашь МК по-братски? 3% не хватает. Ну, там, а мне дадут тогда МК? Вот в чем вопрос. Короче, Бентли, если ты не обгонишь мега щуку, то пиздец, тебе заявку такую сделаю. Че, колплейс, не обидишься, если дам? О, Маша. Хуя это просто, блядь. Отмена, да? Хочешь, сколько осколков пока? Один. Вчера всего 5 упало. Какие-то маги у вас жадные. Нас маги дают по шпшникам, МК. У нас жопошники. Молодцы. Это ж обычка, Ангер, поэтому похуй. В Гере не дают. В Гере я даю, что за пиздеж. Не Аделю, видимо. А, ну да. Блять, я вагон. Бывает. 2 босса бью без, вообще без этого. И все равно топ-1, сука. Молодец.
Ты что, будешь холить домик? Это недолго, нахуй. Сейчас, блядь, появятся черви-мутанты, короче, блядь, которые будут стрелять, блядь, бесы, нахуй. Идут на ШП вообще. Не, ну ШП, я надеюсь, реворкнут, берут этих духов хотя бы. Блядь, не, вообще, и снэмпу ебище ебаное, нахуй. Если у меня, блядь, еще ФПС хуже станет, нахуй, я его, блядь... Они хотят, чтобы у нас вообще компы взорвались, хуя. Ты, блядь, блядь, ну эти на ФПС, это явно не из-за этого, не знаю. Ну да, блядь, учитывая... Учитывая, понимаешь, что у меня на X2 было, блядь, я сравниваю ну, по ФПС, и что сейчас, это пиздец просто ну, вообще. Не надо винить в этом Т4, там бесов, духов и так далее. Я думаю, тут вопросы с провайдерами у них и с серваками. Реально. Да хуй знает, до 19 пинга вроде бы ФПС, блядь, до 5 местами проседал, блядь, в этом целка, блядь, в Эгере причем. В обычке нормально, блядь, в Эгере вообще пиздец, блядь. Вечка, лети на тот корабль. И вон ходите. Короче, Кирилл, я не понял, можно тебе дать МК или нет? Можно, он тебе сказал, без проблем. Реально? Ну, шаман Бентли, кидай ему МК, он тебе скажет, он скажет Бентли, спасибо да, большое. Да, я Бентли хотел дать. А, пушки, пушки 4 желающих. Блуд, блядь, Блуданг, Линшкинг, кто их взял? Атава и Пром, окей. И этот, Адель, ты на том корабле? На том, я в АДК. Ой, блядь, я Хулипшика чуть не забыл, успел нормально. Аспекты. Прям на последних парах забежал. Да там бой был, я не мог тпкнуться, пока добежал до портала, ну, типа, подняться. Я как ниндзя прыгаю, блядь. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саутфангом! Игорь твою калошу! Не то вы ее прямо в небе! Бентли, досы тоже, наверное, пиво Бентли? Или пивной Бентли? Как там этот бочонок, блядь? Как там, ну, он и квакозябра как раз на пивозябра. Или неймим нормально будет. Будете биба по два этих друга. Ну да. Все, полетели, Адель. Ты пекнулся с Волей? Или ты вон холик? Я спекнулся. Все, окей, ты на стрим сидит. Хули у меня волки не бьют, блядь. Вот, не бей Мурадзина, нахуй. Нахуй ты мустаки добавляешь, иди вон ружейников бей, или вон колдуна, блядь. Это давний прикол у НХ здесь. Через контрол один, типа жмяка, чтобы они били, они там прыжком будут бить. А так они будут охотиться. Мурадина бьёшь, сам хуячишь или чё? Что? Я вооружение бью. Да, я видел. Я фреймы на танков выключил. Там на магический урон походу от физурона. Стаки. А почему? Ну, от автоатаки там. Двой тоже не убит. Наска что-то трэш танкует? Угу. Это резво так бодро умирает. Надо привыкнуть еще брать, если это пешник. Корабль под обстрелом.
Да на милике как-то попроще, на самом деле, хуй знает. Мне наоборот, наверное, даже стоишь в АФК, просто кастуешь, да, пиздец. Не знаю, я на рогу зашел, блядь, такой чил. Ну, когда у тебя там, наверное, 60 плюс FPS, когда у тебя там тут 30, блядь, там 25, а иногда даже... Не знаю, мне нормально. Не добивайся. Че там по пушкам, мужики, дайте? Ты сам... Беба, ты на третьем. Да не может быть, блядь. Ну что, не умирал, открывай, ну. Подожди, долетим сначала. Можно, вот, можно. Еще открывайте. Чё? Есть. Чё там, бля? Какие-то перчатки, мусор. Счёты, блядь. Да чё за мусор вообще, падает? Я рыбу поставил, запустил, короче, хавать. Есть у кого один катпотик? Кого могу дать? Да, есть, подойди к боссу, я тебе дам. Девичка тоже может, это, в принципе. Так босс похилится на похуй. Да, я потом КВ закину. Сейчас. Вот тебе Блейк. Он там нихуя не хилится, блядь. Блейк, чё ебать. И всё там, да. Левичка может отойти. Да не, Блэк, ещё иди нахуй. Так я не знаю, у вас балфы там будут. Кастпот тебе? Да. Сколько? Ну что, 15 потом я закину. 30 закинешь. Мы с эти 30 дам. Да, окей, окей. Ходишь мне потом скидывай реги, я тебе крафтану их. Не, фонаря нет, я не умру. На это вы как профи, на этом, когда меня в целпяхами парфонали на сотке, то я обкрепляю. Было дело. Ну чё, Войт, кто больше? Тут трэш в обычной стопе не бьет. Герит по десятке хуярит, меня трэш убил. Всегда наша братан чью. Блять, было по десятке, ну не убили. Блять, конфу разведел, когда просто. Блять, что происходит? Да, жалко, мужики. Да. Слабый маг, не губы не жмет. Да, да. Не, я не буду ссать. Дай Блэк Бэром. Я не буду. Давай, бей. Инерс тебе даже дадим. Да не бьем, забери босса. Где босс, давай, даже инерс дадим. Беба, беба. Да хули толку, чего? Че не вставать? Я кинер ему, да. Чуть бахнет, маг. Сеаааа! Нехуй бурстить, плох. Дать трэш мне или, пожалуйста, помедление, или пробили. Беба, ты расправил? Да, не. Вон, блин. Вот я тоже целка расправил, но ну, в гере, правда. Ты не спал, умер хотя бы. Ну, блядь, загрыз трэш, вот он. Ладно, пойду посру нахуй. Ну, Бентли хуярит почти двадцаточку. Ебать вот, да? Так сбил на пушками еще. Не холич, даже не пытайся крутить на трэш. Тут я на танке намажу больше. Лучше теряешь. Да, я заметил. Тем холиками. Хотел накрутить, не получилось, не фартануло, да, ходишь.
помогал Рейду убивать просто. Да, конечно. Так, что-то сообщение текстемпа новое скинули какое-то в теме. Да все, после сегодняшнего сообщения, блять, про червей нахуй кастеров, ну ты ебал я в рот просто этого долбоёба. Червей убийца. Это прям вообще нахуй кринж, блядь. Появляется черви просто нахуй, все боссы ЦЛК, иди сюда. Реально, блядь. А потом на груле, да, там, стаки хуярят, ну не стаки, а энергия, вот рага у него хуячит, блядь, таких червей, что, блядь, рейд падает. А чужим ДЦ тоже каких-нибудь хомячков дали. Ну, мне скучно было. Я тогда вообще вов перестану, блядь. С вашими, блядь, пэтами, блядь. Ладно бы, если бы, ну, добавляли какого-то там, я не знаю, одного червя, который там баф, лоска усиливался бы и так далее. Потому что там и бедными демонами. Так, блядь, ну, понахуярят, понаплодятся они там, блядь, больше, чем людей их никто не, ну, это ж пиздец. Этот, бебочку закинешь, ладно? Дайте депс вообще. Этой хуйни. У меня упал, я не могу скинуть. 25 пока. Я поменяю, ебать. И будет у меня 23-24. Ну, еще, блядь, научиться, конечно, придрочиться к этому энху, блядь. А что там придрачиваться? Да у меня как пешки. Ну, а ваш твой все, блядь. Ну, вот огненный шок. Ты не урона, а вообще. ТП знаю. Я могу свой дать, но я не знаю, правильный, неправильный. Похуй на. Он Бентли. Блядь, хуйня, слава. Короче, блядь. Простите, пожалуйста. Слава. Слава ДПС. Ну, считаю, я тренинку не поменял, у меня на косарь было больше. А с моей с нормальной тренинкой в прошлом КД было тогда. Бенти, блядь. Зато потестила. Зато потестила, типа. В любом случае, будешь знать теперь, ну, блять, все просто мимо бегут меня. На меня подождите. Банк еще поставили. Подождите, не резки. Надо меня ебать, иди в жопу. Не-не-не, ни в коем случае. Я пойду посмотрю. Ладно, когда-нибудь я, блядь, выбью чарки, нахуй. И вы, блядь, шипачники, если вы уйдете в одну. Какие фурдалаки, иди нахуй! Я тебя, Юля, предупреждал. Вурдалак на тело. Юля, вой. Можно так до конца ЦЛК? У тебя 5 минут есть. У меня рез номер. Рита, ты какой-то темп ставишь? Магмы или вот этот вот опаляющий? Или там без разницы? Смотря какой босс. Не, ну на сурке. Вы шипы-то диспарите? Толку нет. Да. Такой этот магмы. Не уешь, он ставлю поэт обаляющий. Ну только в тот момент, когда трэша нет, чтобы он именно на боссе концентрировался. А-а-а. Начал хуесосить, блядь, трэша, потом боссу. Все равно почти весь бой живет элементаль. И рейд сильный. Ну, кстати, больше слабый тогда. Он, кстати, хорошо дамажит, я еще на Элеме заметил. Что он прям нихуево так дает. Ну, я же говорю, типа у Энхаф элементарь, он при хорошем рейде, он 200к может дать. Да, и пи, нахуй, чё? А чё? Насили плакич, дайте иннер по мне, пожалуйста. Так а так-то, блядь, десятку дал, я на него пиздал, блядь. Целка скидывал. Я? Не, этот. Марти Фер. Кстати, хотел ДДшный тринялить. Попробовать покрутить. Тристры. Там под. Тебе еще надо эпета взрывать под этот, блядь, под выход трэш. Там по 20, если кританет, 20 плюс урона. Взрыв. Ну, по одной цели. Что-то у меня там было 8-8, по-моему, максимум. Ну, в анхоле. Ну, за счет того.
Брайд, бери маленького, пожалуйста, что-то. Левичка там забери. Уже отвели от меня. Что-то захилить ему? Нет. Блять. Ой, дай сокры. Дель, я пояс тебе выбила. Давай. Сейчас. Замена тот на шапа или какой? Бисовый. Одевай прямо сейчас. Блин. Жены, правда. Похуй. Ладно, одеваю. А ты что с ним, Танча, сори? 250-й сразу, понял. Так, давайте по лутику, который бьем по высовым, пройдемся. Это хуйня надо кому-нибудь на ручь? Панты. Вы рольте, блядь, там они плюс ставьте. Давай, блядь. Обмен звезде, если что. Окей, дальше. Дальше обмен морти. Да он только на трансе летит. В игру плут-то что не поставили? Может, вешку прыгнул? Да, блядь, Холич пускай лутает, смотрит. Холич ответственная работа. А он, блядь, в два окна, да, там на холи пали играет. Кто-то ГС с нами пошел, да? Да, так он там еще, блядь, маги груз собирать параллельно. Только на ХМ, по-моему, ходят, не? Голос еще менял, блядь, специально. Скорость создавал еще отдельно, да? Еще блоки еще на счет. Блоки. А справа активировали ловушку эту ебаную? Да похуй. Идите активируйте сразу. Блин. Чтоб потом убить. Наша. Блять. Наша. Наш маленький обмен был. Мне не надо, спасибо. Че, что-то волки, кстати, мало ударили. Какого волки? Да. Вот эти обмен, да. Хватит, со спиритом. Пошли. Не знаю, вроде все, вроде нормально. Символ есть. Но я их по КД жму, я не под проки их. Ну, так это понятно, так всегда и нужно жать. Потому что они у тебя динамичные, они не скалируются от того, сколько у тебя есть. Типа максимальное значение. Забей это, да, так не работает здесь. Бля. Ну, по логике они должны скалировать. Блять, блудган и. Винтовка. Блудган и. Кто-то там обмен. А, и морт. А та вот ты мне еще обмен даешь. Что ты кролин? На токен на этого. А счет? Там токен я отдал уже на шамане, который... Не-не-не, он счет. А счеты... Счеты блэк еще обмен тогда, я не видел, что ты ролик. Там вроде такой блэк еще ролик. Блэк КД, который друид. С первого босса еще вот. Да я рыбу. С первого босса, ну потом разрушу. Рыбу. Рыбу постоянно. Короче, одну метку вам поставлю. Два стака выполняется, что это недостаточно. Где я просто в печеньку снесет? Потом можно не сносить. Снесете на второй, первый можете не сносить. Под гет. Вообще на полубах. Да, да, Лок, наверное, оставайся в демоне. Рейндж держите, ты все время в демоне будешь. Да, наконец-то.
2 ЧП. Раньше держите, главное. Иди. Я бы пельмень летит от меня. Что такое не прилетит? Что-то покажется попасть вот сбежал, не? Бенджи пельмень. Я убежал, стоит. Можно не сносить домашних рейтингов. Ты чё, не ставишь что ли элементаря? Поставил. Поэтому элементарь. Ты можешь ещё чарку, наверное, взять? Ты просто какие-то войд, там подождите, войд на едку и дашь сокру и дашь из банка. Ну правда, СПДшный будет, эти чарка. Я банка. Думал, кстати, об этом, но у меня нонсет плечи, понял, чарка с ТТГ. Когда а у вы... тебя... Который на откат в зап уже вроде. Я понял, понял. Не запа, нет. У меня перч. А на лаву... Это ноги. Я, кстати, первое, о чем подумал, это как раз об этом. Чтобы помиксовать чуть-чуть. Если снесли в печеньку две споры, не тонули, тебе споры не снимали. Всё, разошлись, раньше набрали. Следующий можете не сносить. Те, кто хотели два стака полутать, те полутали. Не полутали, Нет, блядь. Да не надо меня резать. Я читаю. Ну, пишка, пико открывал, мы поняли. Я... Ордин снова бачок. На расстояние шнурка пройдите вперед, пожалуйста. Кого, вперед? Да, забей уже. Нашел карман, куда-то иду. Че ты босс-то не забыл? Сложить сейчас, наверное. Зубки есть. Давай. Уже забрали босса, наверное. Там на 10-м стаке все равно что он шотит. Типа похуй, что зубы не зубы. Поебать. Опять мусор? Ну да. Можешь этот спойлерить пока с первого босса на ролке не спустим. Сейчас, кровь нужна кому спрашивать? Сразу спрашиваю. Пересните, а я убежала, Христа ради. Никому не нужна, дальше пошли. Скинул, короче, пояс на ролл 2, ребят. Сейчас есть там вроде давал. Юрий, можешь паролить. Я рулю, блядь. Хуйню-ку твакидываю. Вот гэнк. Антицит. Я, блядь, дальше холи пишет. Холи шит. Бутгэнк 87 выкинул. Подожди. А, ну да, бутгэнк точно. Бутгэнк обмен. Холи шит ему, конечно. Дальше ноги. Чем тебя тянешь? Серега. Ну, он, походу, видел то, что я кидал, да? РПБН-ха. Да, воодушевился, походу. Хочется изменить. А, это апхи. Рыбу я там поставил, может, потом. Бахать тебе перестал. Я думал. Давайте быстрее поехали дальше. Наверное, давайте на исходное. Во время боя даст тебе этот. Не курим.
Бента, у тебя есть макрос на молоков вообще? Курить реально есть. Тойфер? На атаку молоками. Так, и кто там выиграл? Потом даст тебе, короче, обмен. Все, давай, Арчи на полубав, поехали. Кельмар, если надо. Если тебе надо пописать, можешь просто из морды по-быстрому сходить. Так просто все стали между ног. Серебра ноги Апчи выиграл. А, типа они стоят, у меня в ОФК не бьют. Ступни, а не ноги. Так я ему это... Торт Макрос не спросил. Да надо потом Макроса почитать. Так я. Блять, как приятно после этого хэма ебучего ты обычки пробьешь, вот эти по 40 миллионов, там по 50. Я тоже говорить, принцов там пьем 10 минут, 10-2 минуты. Нет, принцы это вообще пиздец. Кроме того, что я, сука, больше всего ненавижу никого босса, но самый конченый, по сути. Он реально конченый, эти принцы. Так еще и, сука, сколько у них там? 134 ляма сейчас, по-моему. Это снег, ну. Вот че понимаешь. Что-то около этого, блять. Ебанутая нахуй. Ну, раньше просто на целка, знаешь, так настраиваешься только на одного босса, плюс-минус целка, это где придется там долго кнопки тыкать. Ну ладно, на двух. Личи жайны. Ну, по времени. Блять, каждый босс, нахуй. Не считая Лунателли, Сурка. И Вали, наверное. Остальные боссы, блядь, бьются, похуй, блядь. Бизнес, а ну еще тупого. Больше, чем 5 минут. Сегодня можете хоть доблевать не напиться этим пивом. Завтра, чтоб наличие этого поблевать. Без пива было. Да, завтра. Чё, Блэки, чё? Какой набор? Борти, уйди назад. А, ты спамишь что-то, да? Да, я тоже спамлю, блядь. Нам утро не надо. Да, потому что всего два скука, блядь. Не очень хорошо падает. Да это нормально. О, нихуя тут, блядь, Адель, блядь, пацанов вызвал нахуй. Только я бы все равно спамил название гильдии, а не в основной состав. Тебе так или иначе дадут, если ты чаще 15, через... Короче, бля, вы поняли. Чаще, чем в 15 минут раз будешь спамить. Нет. За гильдию тебе дадут мут, а за добор статик я... нет. Вот, а я где-то не буквально вчера, да, на работе была. Все приравнивается к этому. У них в правилах этого нету. Блэки, шлевы с гильдии, они не дадутся. Ты можешь сказать, типа, статик — это не гильда. Короче, ну, да, были споры уже. Хорошо подвешенный язык, чтобы был в споре с админом. Или бабой, можно быть. Не знаю. Я экстрем попишу клоуна. Блядь, когда-нибудь они перестанут слушать этих нытиков, блядь, и может сервер станет более адекватным. Когда появится. К сожалению, нытики больше всех донатить. Да какой больше, блядь, ты прикалываешься на форум как зайду, там почитай некоторые темы. Нерфаните, ебать, то нахуй, потому что оно больше дает, чем ело. Нет, кстати, от пролог шумага только я видел тему. Это пиздец просто. Почему Локи дамажит больше, чем мой маг? Я видела, что нытики пишут, типа, а может вы прекратите ныть, что мы ноем?
Вот так вот. По факту. Логично. Чего вы ноете на то, что они ноют, когда мы ноем? Понятно. Так, ноете, есть, подождите, тихо, блядь. Есть тут кто первый раз? Какой-нибудь вагон? Я пропугал. Нерв ГДК, они уже это. Да, да. Я вам ГП ебу нахуй за первый раз. Похуй на тебя, Баш. А, мне не надо. Ну, кто-то улетел уже. Давайте, кто там, кальмар, блядь? Там урона троника, ребечка. 20% срежу тронику. Мебель. Ну, зато теперь будут кровочерви, блядь, кастеры. Это танком, блядь, они... Икея. У меня про танка говорят. А у танка то же самое. Кровочерви и мутанты, блядь. Одеваешь две... Вагон, две... ДДшный этот. Д4. Шкаф. СПД, ДК, блядь. Блядь, я соберу такого. Ну, ДК, короче, одеваешь на танка, короче, две ДД-шмотки, блядь. ПТК, нахуй, две на танка, короче. И, блядь, вон, кровочерви вкачиваешь. Я нахуй, обязательно нормально. Это сделаю. Только там придет стойку еще менять. Я не знаю. Нормально. Ну, типа, все, что не может заруинить сова, заруинят кровочерви. Ну, посмотрим, может быть, их поправят, нет? Не, XM с первого раза, XM с первого раза не делает ничего хорошего. Сейчас опять ЧП в говно занерфит, потом наноет, опять его сделает. Бомбочка, сколько там? 100к дамажил одно время. Ага. Не, это то же самое, что ныли на афликов, они там дохуя дают, там и т.д. и т.п. Там первоначальный бонус, вот когда оно реворкнул полностью, он был неплохой, по сути, до вот этих моментальных ШБ. Потом он сделал с этими ШБ. Ну, давали они там 23-24. Ну, блядь, если сейчас брать, это не так много. Вообще на полба. Стойте все везде и потом в печеньку перебежим. Настя, чего тебе не хватает? Блядь. Иди, блядь. Ой, я чё, давай, звала себе лампы. О, кстати, здесь или мы лучше не давать спо. А не, нормально. На зеленом его даешь, чтобы у тебя сам тотем там стоял, ты мог кольцом еще ебашить. Кольцо-то у тебя осталось, стало. Да, мы таки поняли. По зеленому просто. Блять, портал забыл поставить, но похуй. Подводи бас к нам. А, сразу. Хуя мы сильно. Нихуя там кринги бурстанул, ты видал? Кринг вообще ёбнутый пиздец. Минимум. Пельмени дошли. Бах, блядь. Да кто там? Блунган, блин. Так же дай-ка помню. Лужи отошли. Чувак, вот он, наверное. Дай-дай триксу. Первый такой же. Еще красный будет владеть термин. Так что можно было с правой стороны стоять. Пельмени отошли. РДД красный где? Кальмар, беги. К миликам там, к миликам. К боссу беги, к боссу, блядь. Только там колба аккуратно. Откуда? Колба не добивает, блядь. Перемене отошли. Ёбаный лям, хули ты стоишь, на? И бей, блядь. Бэтли, не ругайся. Ну хули он стоит чилит нахуй, блядь, мой ДПС проёбывает.
Или зеленого поля. Привыкай. Это Энх. Ой, блядь, дай измаунт. Пельмени летят, пельмени. Бах, блядь, щука нахуй. Сука, я еще засмотрелся на щуку, блядь, в итоге сам один получил. Ёбаный урод. Дай БР потом. О, он не виноват. Щука не виноват, его подставил. Щука никогда не виноват вообще, если так вот он судит. Ребах, стопните по профу, не бейте вообще, если по красному все сыграть, лучше. Можно. Бейте все по красному, профу не бейте. Все, можете профу переводить. Кого поздно, блин? Никогда не поздно, Рик. А, 34, я, блин, забыл, я 36 всегда считаю. РДД, все в звезде стоите, все до единого. Ну давай, Герман. Через так его возьми. Ой, а чей-то лем стоит у нас здесь в РДД заводе? А он заебал нас. Беги, сука. Или, блядь. Блин, это что, лево быстрее же. Сука, иди пей, блядь. Двинулись про него. Лужи вышли. Колбы еще нужны. Забирай, ты добьете, наверное, без дивана? Да. Ну хоть диван еще есть, еще здесь. А, ты в Леме? А, ну нахуй, интересно, да. Тогда. Или меня точно. Ну по кайфу, блядь. Блядь, щука, это пиздец, нахуй. Ебать ты, блядь, пивозябр, блядь. Вот и пиво, бочонка, добро пожаловать. Бля, охуенная гильда. Ты обижаешь орден. Нормально я наебашу. Заебись. Да. Что, как вы позволили? Да, унизил белых нахуй. Ладно, я в героике отомщу. Унижатор 2000, вроде. С любого босса спо ебал в пол лежит. Луганг, я же тебе сказал, ну, типа, если тебе устраивает, ну, мы хотим из обычек только целка и... Блять, РСК это ТГ, все. Остальное у нас целках им все дни в основном. Ну, типа, если тебя устраивает, что ты будешь попадать там, один день, можно сказать, закрывать целка, РСК это ТГ. Возьму. Давайте без пилотов, без этой хуйни. Мы не ходим просто в гру магик там. Да, да. Так, ВСК разберем. Прям кого без петли? Да. Так пойдем убьем, только соберите все. В Гере хватает этого времени, в обычке тем более. Давай Бентли на этой на Тельке. Все, короче, ебаш. На тайну пизду мне налагает. Это все, пошлите вторым. Отличный босс отшакает, а твой друг. Один квест на десятку, другой на 25-ку клима. Блунганг, ты меня услышал? Заебись, начал дамажить какого-то паучка. Блять, я здесь спылила, дамаж. Все, пошло. Да уже все, уже проки. Ты, сука, одну секунду простоял. Да уже все, посмотри, уже ДПС. Да уже все, этого хватило. Да. Ну, потому что это вот Лем, а не Энх, который может хуярить и хуярить. Ну, мне Энх больше нравится, кстати, FPS вот этот. Все, убирай Лема, нахуй, сыщи. Вот тактиков выпалите, потом левичка даст бомжей и две пачки разом. Я жду, пока реворкнут Лема, чтобы они давали 30 тысяч. Бентли, блядь, артись, нахуй. Твоя, блядь, планка 15к, нахуй, все, блядь, успокойся. Они реворкнут, что 30 тысяч давали в Т5 только и все. Да? Выпей пивка, блядь, и закуси сухариком, блядь. Я дал пока ты одного
Шерпочник двух уже. Ладно, хоть одного скидываем. Смотрите, ДПС пошел, блядь, какие нахуй 15к, блядь, сюда, блядь. Сперки, а выкинь как из рук. Даже пизолема, он чилит, а нет, блядь, посадил. Знаешь, что не у всех элемы показывают? Так, Блэкич и Кон... Блядь, Конракерс, блядь. Короче, Ханг с тупым ником, блядь, ты кинетику подбиваешь. Левичка, глобом же эти почки. Нихуя себе ты запулил, блядь. Конечно. Глаза рано. Там бомжи половина. Заебись, я залетел, нахуй. Пиздец, блядь. Советники побивайте, блядь. Слабо. Там Джейк, он чё, голый ДК, да? Дай зубы. Блять, мы понимаем, что нахуй. Заебись зубы, если... Или зубами зуб. Да, трэш попал в рейду. Заберите твой, блядь. Пизду, нахуй. Ну нахуя, надо было одну пачку, блядь. Дай из баунт, левичка. А, ты дал, вижу. Блять, умирайте, я убегаю, надо. У нас была какая-то тактика. Я презерв был здесь, да? Гайте, мужики. Давайте резайтесь, блять, кто упал, и сами бегите. Да тут комбат. Мы еще живы, мы их убьем сейчас. Бля, надо... дайте инер, мужик. Ладно, похуй же. Если они больше не будут откидывать казбивать. Ребят, не бегайте, пожалуйста, в центре вокруг этой сферы, блядь. Ну, вас не а, и ребята, вот особенно, блядь, сейчас, которые вот бегут. Если вы, блядь, с вальками не дружите, оббегайте, блядь, по кругу, нахуй. Не надо через центр бежать. Сейчас она развернется еще. Это вроде не разворачивается. Разве? Слишком хороший. Разворачивается. Только верхний разворачивается. Да. Пачки. Блять, я уже не успею, ладно, похуй, пойду так. Что там, вайпанулись? Ну да. Да. Да? Слабые. Красавчики, блин. Не хватило зубов и гимна на хп. Я зубы не дали, Кса. Финансника станули. Да все огромно мне было, кто же знает. Слышишь, чувал, я, кстати, проверил, вот это боевое вступление, оно, короче, одно работает, оно взаимозаменяется. Там профит не, короче, роги, а, короче, одно боевое вступление, а другое там на это, как его, на... ебануто. Ну, они заебали все вам это, на самом деле, вообще. Че, хилы есть? Это, ну, сейчас у всех с двумя руками, с двумя пушками в руке творится. Ну вот у меня на инфе. Ой, только здесь. Беги, не беги, кальмар. Он сагри, блядь, левую пачку нормально бьет. Магнус, не знаю, не тест. Ну, думаю, это с разной чарки тут тоже бахнуться. Войд. Так, блядь, таунт, три таунт, быстрее, блядь. Что такое? Мобай хотел что-то заменить. 5 лет назад, кальмар. Пизда. Да. Летит. Нет, не летит. Блять, вы там занимали. Говорю, обходите по краю, блядь. Там вали еще сейчас нахуй идти, блядь.
глаза греешь, нет? Что, по краю обходите, давайте без ханина. Тут уже мы никого не сагрили. Забали. Да? Ну да. Да. Подожди, сейчас еще на лича побежим, там посмотрим. Вообще я кальмар. С тобой как Бонни и Клайд. Кстати, Феникс, ты десятку, ты когда пойдешь? Это гешка, блять, я думал сегодня сходить. Ну я так тоже думал, я сидел, ждал, тебя нету, нету. А после целка, наверное. Ну что, резко не пойдем? Блять, что ж резко. Ладно, ну, короче, после резки соберу десятку. Потому что надо, блять, чешку выпить срочно. Уж хэмка так. Появится. Так, Хант и Блэк по эти, блядь, по кинетике играть. Ну ты, Энхам, будешь нахуй эта чешка, ну...